Часы, настенные, наручные, настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы – лучший подарок. Магазин «Часы», Первоуральск, Чкалова, 43. Ты замерзла? Нет, все. Значит, мы еще погуляем чуть-чуть, да? Хорошо. Несмотря на прохладную погоду, гулять семья Урвановых выходит в полном составе. Проводить время вместе с родными главе семейства Марку удается нечасто, поэтому, говорит, наслаждается каждым мгновением. За свои 23 года молодой человек добился немалых успехов. С 19 лет выступает на профессиональном ринге. На его счету 21 бой, 18 из которых он одержал победу. Правда, сам боксер признается, идея связать свою жизнь со спортом пришла случайно. Мне было тогда 12 лет. И мне было как-то очень неуверенно в себе был. Вот поэтому решил пойти в бокс, начал тренироваться, поехал на первые соревнования, одержал победу, и тогда мне это очень понравилось. И я начал дальше ездить по соревнованиям, побеждать, ну где-то проигрывать, но все равно это азарт, это было очень круто, здорово. Из любительского бокса Марк Урванов постепенно перешел в профессиональный. Четвертый год выступает в категории второй полулегкий вес. Не так давно первоуралец завоевал титул WBA Gold и вошел в пятерку лучших в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации. Но на одну победу, говорит, всегда приходится несколько поражений. Поэтому секрет успеха в том, чтобы ежедневно преодолевать себя. Я должен понимать, ради чего я должен кайфовать от своей работы, найти, находить каждый день какую-то мотивацию, когда неохота идти. Ну, бывает, да, через силу тренировка идет, через силу тренируешься, через не хочу, но могу. Одна из самых главных мотиваций в жизни для Марка – это его семья, супруга Анна и две дочки, младшие из которых всего 3 месяца. О работе мужа Анна рассказывает с улыбкой, но, признается, всегда переживает. Мол, никогда не знаешь, как закончится очередной поединок. Страшно. Всегда хочется встать и убежать. С одной стороны, хочется зайти в ринг и помочь мужу, а в большей степени охота убежать. Очень тяжело смотреть на это все. Но семья – это значит вместе, добавляет Анна. Поддержка нужна всегда. Конечно, профессиональный спорт – это значит отдавать большую часть времени тренировкам и особому режиму. Поэтому всем семействам приходится подстраиваться. Когда у мужа начинается подготовка, у нас такой переключатель срабатывает, и мы живем по режиму мужа. То есть это он рано утром уезжает на тренировки, я, соответственно, делаю свои домашние дела. Он приезжает, у нас должна быть уже готова специальная еда, ну и у нас режим. Режим спать 10 часов уже отбой. То есть дети раньше, мы чуть попозже. То есть у нас режим. Ну и психологическая все равно помощь ему. Он все равно приезжает, ему надо поговорить, выговориться. Поддержка родных и работа над собой – это и есть формула любого успеха, признается Марк. Когда состоится следующий бой, пока, говорит, не знает. Но продолжает тренироваться и наслаждается главным – общением с семьей. Кристина Сипьева и Владимир Махмутов. Интер ТВ.